Витископ. Очень было интересно работать с командой Формулы-1 и тот же Даниэль Рикьярдо, сейчас отлично выступающий в чемпионате Формулы-1, приезжал в Украину, и очень было интересно работать с самой технической командой, профессионалами высокого уровня. Чемпионат мира по прыжкам в воду со скал в Ялте, в уникальном месте, на Ласточкином гнезде. Отличные ребята-спортсмены, прыгающие с 27 метров в воду. Просто нереально. То есть представьте, с высоты 9-этажного дома с крыши прыгать. Мне удалось постоять на рампе, посмотреть. Ну, такое незабываемое ощущение. Мы 3 года подряд делали соревнования по уличному баскетболу, и победитель которого ездил у нас на международный финал, на всемирный финал в Сан-Франциско, на Алькатрас, знаменитый остров. Очень интересно, что также несколько лет подряд делали турнир по футбольному фристайлу. В принципе, с нашей помощью этот вид спорта развился именно в Украине. Не так много ребят, кто этим занимается, но тот человек, который у нас уже несколько лет подряд выигрывает и считается лучшим, Алексей Жираховский, киевлянин. Вот в этом году мы не проводили соревнования, квалифайер украинский. Ему дали wildcard к одному из лучших фристайлеров футбольных в мире. И он вот поедет в ноябре на чемпионат мира, на финал чемпионата мира в Бразилию. То, что сейчас происходит в стране, наложило свой отпечаток. Ни одного мероприятия спортивного не проводилось в этом году в Украине. Витископ. Спортивное видео.